У глибині Любанських шахт на пляцовці Нежинського горно-обогачального комбінату бурять свідровини. Будемо приступати к непосредственному буренню самих заморожених скважин. Анастасія Хоботова убачила масштаб робіт. На палетках спякотна, а на пляцоўцы будучага Нежинского горно-обогачального комбината, это у Любанском районе, хутка понизить градус. Справа у тым, что тут приступили до бурения свідровин по особливой технологии. На глубину 156 метров уводится холодоагент, который створит температуру минус 36. Пройдет это не в один момент. На протягу 8 месяцев такий метод позволит не допустить проникнения у шахту воды. Анастасія Хоботова убачила масштаб работ. На кожном шляху тут только и чувать. Скіпавы ці клець'явы. За складанными терминами схаваны довольно простые понятия. Свідровина для приема и для подачи калію. Бетонной основы вертикальную планировку участка зробили загодя. Теперь бурать свідровины докладнее заканчивают. Их 86. Уже у кастышнику немецкие специалисты подключат станцию заморозки. Температура грунта снизится до минус 35. Такая холодная технология позволит изолировать шахту от воды. В ближайшее время работы по бурению кондукторов будут завершены. Будем приступать к непосредственному бурению самих замораживающих скважин. Данная система позволит заморозить грунт для того, чтобы возможно было пройти ствол, поставить крепь. Гэты комбінат, як палачка-выручалачка для рэгіёна, будуюць не толькі прадпрыемства, але і адпаведную інфраструктуру. У прыватнасці, жыллё. Новыя дамы населяць спецыялісты.